будущем как бы планируем интегрировать эти браслеты еще и с другими системами, например, для оплаты обедов и каких-то других услуг, которые предоставляют в школах. Но это только по развитию системы. Первоначальный вариант – оплата проезда. Пополнение браслета или брелка, ну, идентично абсолютно? Да, пополнение карты, брелка или браслета полностью идентично.